обеспечить. Не переплачивать за коммунальные услуги и потреблять столько ресурсов, сколько необходимо для нормального жизнеобеспечения. Добиться этого вполне реально. Об использовании энергосберегающих технологий в ЖКХ говорили сегодня на второй региональной конференции. В ее рамках в столице республики прошли пленарные заседания и круглые столы. Теплые полы, регулируемое отопление и даже система вентиляции по энергосберегающим технологиям становятся доступнее. Люди наконец-то стали осознавать выгоды подобных технологических новшеств. Во-первых, платишь ровно столько, сколько употребил ресурсов. Во-вторых, не мерзнешь и не задыхаешься от жары. Подачу тепла можно регулировать индивидуально в каждой квартире. Это так называемый тепловой коллектор, КРОТ. Расшифровывается как комплектный распределитель отопления. В данном случае представлен вариант КРОТ-5. То есть мы видим 5 установленных теплосчетчиков на 5 потребителей. То есть такой шкаф устанавливается на этаже вновь строящегося дома, где подразумевается по горизонтальное распределение тепла, поквартирное. Вот на каждого потребителя установлен свой теплосчетчик, вот электронная часть, вот расходомерная часть, вот, и также есть тут небольшой регулятор. Вот это позволяет индивидуально вести учет тепла в каждой квартире и регулировать теплопотребление. То есть данное устройство позволяет настроить отопление так, чтобы потребитель в каждой квартире не влиял на общее потребление в доме, не происходило разладки гидравлической системы. Новое энергосберегающее оборудование, его, кстати, можно использовать не только в жилых домах, но и на предприятиях, дает ощутимый эффект. Специалисты оперируют цифрами экономии, приводят и наглядные примеры. В Новочебоксарске в многоквартирных домах уже активно используются тепловые коллекторы. В Чебоксарах тоже начинают устанавливать такие же в северо-западном и новоюжном районах. Чтобы ускорить процесс внедрения современных энерготехнологий, необходимы квалифицированные кадры. Таких специалистов готовят в Чебоксарах техникум строительства и городского хозяйства. Здесь есть своя производственная база. Студенты изучают системы промышленной вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения и водоотведения, электронную сантехнику. Наше учебное заведение выполнило проект по энергосбережению, в который в себя воплотил непосредственно основные задачи энергосбережения и будет выполнять функцию обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства. Я думаю, что эта отрасль сейчас очень востребована и нуждается в хороших, высококвалифицированных специалистов. И поэтому я от всей души всем желаю пройти обучение, прийти к нам в гости, ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, узнать новое и, естественно, научиться экономить. Вопрос экономии ресурсов курируется на федеральном уровне. Сейчас важно определить механизм действия, который позволит запустить в полном объеме энергосбережение в жилищной сфере. К сожалению, нам с вами довелось жить в такой достаточно нестабильный период в стране. И мы понимаем, что всякие такие не очень позитивные изменения происходят в экономике, да, мы их видим. И в этой ситуации объективно единственный инструмент, который позволит сдерживать рост платы населения за жилье и коммунальные услуги, это мероприятие по энергосбережению. Я думаю, что по нашим прогнозам, по оценкам аналитического центра, эта тема в ближайший год приобретет новое звучание, новую актуальность. И внимание ей будет уделяться все больше и больше. Чуваши, эта работа уже ведется. Сейчас в Чебоксарах готовится к запуску программы энергоэффективной модернизации уже построенных жилых домов, а в новых стараются сразу же учесть современные веяния. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.